Всем привет, с вами Андрей Санар, и сейчас маленькое испытание из серии «Чуть не забыл, но все-таки не забыл». А именно, как поведет себя Джон Бот, если у него спустить борт? Или даже сразу два борта? Или даже сразу два борта и носовой баллончик, оставить только одно днище? Хотите проверить? Погнали! Да еще и носовой баллон. Тоже. Все. Борта сдулись. Ну, моторчик я предусмотрительно снял, но тем не менее, со сдутыми бортами. Транец не наклоняется, потому что он вклеен в доску. Грести, конечно, на не натянутых бортах весело, а течение меня уже унесло далеко. А мы не забываем, что к нашим лодкам даются не простые распашные весла, а байдарочное весло трансформер. Так что со спущенными бортами мы бортики убираем. И наша лодочка превращается в байдарочку. Или в сап-доску. Кстати, как на сапе, наверное, тоже ведь можно грести. Вот, борта спущены. О! Прям как сап. Зачем я уплываю? Наверное, для получения удовольствия. Ну ладно, уже пора домой ехать. Вот так. Красота. Ну что я могу сказать? Запас надежности у Джон Бота, конечно, великолепен. С вами был Андрей Санар. Всем пока.